Друзья, всем большой привет с дикого пляжа, который мы нашли на Куршской косе. Да, Жульян? Здесь практически никого нету абсолютно, посмотрите. Чистый белый песок, чистое море, водичка даже такого бирюзовато-голубоватого цвета, какого-нибудь зеленоватого. Короче, чистая вода, плюс 30 жара, в радиусе 300 метров никого абсолютно нету. Можете делать, чего хотите. В принципе, этим сейчас мы и будем заниматься. Поэтому мы решили вам показать сегодня необычный пляж, который есть в Калининградской области у нас. Есть как и большие людные красивые пляжи, есть городские пляжи, также есть и дикие пляжи, нудистские пляжи. Нудистский пляж, в принципе, найти очень легко. Вот, в принципе, вы прямо сейчас это и видите. В радиусе там 200-300 метров нету никого. Вы можете спокойно загорать голым. Я не думаю, что вам кто-то что-то скажет. Есть у нас также официально нудистские пляжи, он находится тоже на начале Куршской косы. Там много людей. Да, но на всей полосе Куршской косы очень много пляжей, на котором мало людей, и можете делать все, что захотите. Гулять, отдыхать, купаться и целоваться. Ну что, Жульян, ты готова сегодня побыть нудисткой на диком пляже? Ну да. Ну да, наверное, стесняешься, потому что где-то вот... Я не стесняюсь. Там есть люди. Люди спускаются. Ну это уже, понимаешь, стыдно, кому видно. В смысле? А, кто-то смотрит? Да. Потому что они будут испытывать неловкое чувство, правильно? Ну да, им будет стрёмно подойти сюда. Мне кажется, они идут прямо сюда. Тогда начинаем. Чтобы они не шли. Начинаем делать так. Кстати, я еще не пробовал водичку, ля-ля-ля-ля. Ну, такая освежающая сегодня она. Да не, кстати, не знаю, теплее, не теплее, чем была. Даже не могу сказать, если честно. Нормально. Купаться, кстати, можно, она освежает. При том, что сегодня 30 градусов жарище. Нормально, да, можно купаться. Я тоже так считаю. Кстати, ребят, я тут вчера... себе набил татуху, зацените. Летняя. Сейчас покажу, да, вот такая вот летняя у меня татуха теперь. Не видно, наверное. Вот так, наверное, видно. Напишите в комментариях, как относитесь к тату, хайп или зашквар. Есть ли у вас татухи, и когда набивали, и что сподвигло? Я всегда хотел себе пальму набить, и... сейчас, в принципе, я ее набил, и она будет теперь со мной навсегда. Я потом тоже набью. Жульян, тебе кажется, сиси видно. Не видны. Видны. Сейчас на тебя малой вот тот посмотрит, который в 100 метрах, и у него писюн встанет. И он у бати спросит: папа, что со мной случилось? Потом он посмотрит тоже, и у него тоже встанет. Игорь, что ты говоришь? Чё? Квадратиками замажешь? Не знаю, может, нет. Купаться идем? Да. Пойдем купаться. Пойдем. Как тебе пляж, Жульян? Крутой? Ну да. Песок красивый, да? Да, беленький. Как в заморских странах, в Сочи. Кто бы мог подумать, да, что у нас полчаса, и ты уже на таком песочке. Никакая малышня не плачет. Эти бабки русские не орут всякие. Точно. Отмороженные. Тишина и спокойствие. Что хочешь, то и делай. В принципе, этим мы и занимаемся. Этот пляж, он, мне кажется, на косе и лучший пляж. Так он просто он не оборудован, переодевал, туалет и всем этим. Поэтому он и
Ну да, поэтому... Она дикий. Спасибо, Кэп. Я имею в виду, что поэтому у него нет никакого знака качества. Хотя вот фактически именно вот по побережью, по всему, песок, вода, вот это вот все, заходы в море, воздух здесь, там, здесь лес смешанный и даже много очень сосновых лесов, очень здесь здорово. Здесь даже дышится по-другому. Ребят, посмотрите, какой белый-белый чистый песок. Прям мука. Весь пляж такой. Блин, ну здесь здорово. Мы просто редко на косе отдыхаем именно на море. Приезжаем на косу в основном просто погулять здесь, подышать свежим воздухом. А также тут, видите, просто обалденный пляж Ажуляна без лифчика. Отмачивает. Что ты делаешь с лифчиком? Кстати, ребят, если вот где-то здесь сделать пальмы, а вот это вот море немножко сделать таким голубым, бирюзовым немножко. А не, Карибское море-то синее, такое ядрено-синее, как антифриз. Если его взять, подфотошопить, а сзади пальмы нарисовать, то мы в Доминикане окажемся. В принципе, там такой же был белющий песок. Только сзади пальмы были, Карибское море. Эх, сейчас бы телепортироваться, да? Там так здорово, ребят, просто не представляете. Мы уже там были где-то 1,5 года назад. Так быстро время летит, даже вот не замечаешь никогда время. Как есть один памятник утекающему времени. Мне кажется, очень интересный, актуальный памятник на все века. Красивое место, крутое, ребят. Я не знаю, почему все едут в Крым. Даже просто не представляю, если у нас есть такие офигенные пляжи, не тронутые никем. Зачем Крым с этой галькой? Просто не представляю. Сейчас жарище плюс 30, кстати, вода довольно теплая. Единственный тут минус, тут мелковато. Но, тем не менее, если подальше пройти, вода чистая, прозрачная, кстати. В Зеленоградске, в Янтарном она не такая прозрачная, здесь намного лучше. Так что рекомендую, на Курскую косу приезжайте. Да, есть один минус, въезд на косу платный, но я не думаю, что это так много денег. 150 рублей с машины, 150 рублей с каждого человека, который сидит в машине. И все, и вы кайфуете. Можно также с ночевкой приехать, как с палатками. Тут так и куча отелей есть. Если вдруг захотите забронировать здесь отель, да или вообще любой какой-либо отель, через Booking, я вам ссылку оставлю. И если по этой ссылке пройдете и забронируете, вам придет кэшбэк в 1000 рублей. Поэтому пользуйтесь, очень удобно, и сэкономите на вашей поездке, на путешествии. Смотрите, какой чистый и белый песок. Я просто не могу удивляться. Такой он офигенный, вообще. Через очки даже не так видно, как вот, если так на него смотреть, это просто какой-то кайф. Все-таки есть рай и в Калининграде. Поэтому, ребят, приезжайте, кайфуйте. Ребят, одна из причин, почему я не люблю жить в Калининграде. Вот. Это персик или нектарин, я даже не пойму, если честно. Вообще персик. По идее, персик выглядит как нектарин. Видите, да, вот эта часть, там есть сок, вот тут внутри все высушено. А на вкус, когда сейчас укушу, хрустит. Понимаете, да? Как яблоко. Ну не должен быть такой персик. Не должен быть. Привет. Смотрите, что я нашел. Это уникальная находка. Ну быстрее. Она живая. Видно? Смотрите, какая маленькая медузка.
Это самая маленькая медузка, которую я когда-либо видел. Да. Она вон плавает вообще, мне кажется, ей нравится у меня. Гоняет, тыкается в мои пальцы. Видно ее? Да. Такая мелкая. Я ее кое-как нашел. Тут, кстати, косяки рыб. Че, отпускаем да, медузку? Рыб здесь много, ну, конечно. Давайте отпускаем на волю медузку. Где? Все, растворилось, не видно. Вот я вам. Не знаю, видно сейчас на видео. Ну да, она тоже маленькая вообще. Я и таких-то не видела. Обычно видно? У нас. Да. Обычно у нас медузы больше. Да, что самое интересное, такие... на наших пляжах медузы абсолютно безопасны, они не жалятся, и никто вас никогда в жизни здесь не укусит, ничего с вами не произойдет, как это бывает в пляжах Туниса, Турции, Египта и на разных других пляжах. У нас вот эти медузки, они абсолютно безопасные. Да, еще их иногда выносят на берег течением, и они да, высыхают. Вообще они бывают такие и большие, умирают. И кидаются. Ну да, это тоже так делать. Не очень хорошо так делать, да. Потому что они живые все-таки организмы. Ну что, ребят, мы назагорались вдоволь. Кстати, напишите, что вы думаете про нудистов? Как считаете, им место быть или... Или они извращенцы. Да, или они извращенцы, моральные уроды и так далее и тому подобное. Также подписывайтесь на канал, потому что мы сейчас едем изучать Курскую косу. Будет видео с Курской косы. Ну, жарище сегодня, конечно, прям вообще классно. Вот только-только искупался, уже обсох, уже жарко. Где-то 30 градусов сегодня. Просто кайф, обалденный пляж. Я, ребят, я вам просто рекомендую здесь побывать. Особенно, если кто с Калининграда смотрит, но не был никто на Курской косе. Я уверен, есть такие люди. Вы очень многое потеряли. Поэтому приезжайте, отдыхайте. А на этом все. Поставьте лайк за видосик. Всем пока. До новых встреч.